Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Регина Тодоренко всполошила поклонников, выйдя в свет в платье, которое не скрыло округлившийся живот. В последнее время все чаще говорят о возможной беременности Регины Тодоренко. Порой даже подписчики пишут телеведущей в комментариях поздравления с интересным положением. Однако сама теледива пока что не подтвердила это предположение. Женщина упорно хранит молчание. Однако то и дело она публикует фотографии, которые заставляют поклонников убедиться в своих предположениях. Недавно Тодоренко выложила в свой Инстаграм снимки со съемок шоу «Маска». Она предстала в белом платье с объемными рукавами, на ее талии был черный корсет. Дополнили образ такой же черный чокер и убранные волосы. Однако фанатов привлекло вовсе не платье. Внимательные пользователи заметили округлившийся живот звезды шоу «Орел и Решка», который она так и не смогла скрыть за корсетом. Фолловеры тут же засыпали Регину комментариями. «Корсет на беременный живот – странное решение беременная. Ты что беременна, живот уже не скрыть, когда рожать?» – написали подписчики. Напомним, что Регина Тодоренко счастлива в браке с Владом Топаловым. Пара воспитывает трехлетнего сына Майкла. Счастливые родители часто делятся подробностями жизни малыша. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.